В эти дни на трассе Щелковского хутора проходят областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Участники разбиты на три возрастные группы. И в самой старшей категории 17-18 лет по итогам соревнований будет сформирована команда для выступления на первенстве Приволжского федерального округа, которая пройдет в Татарстане с 23 по 26 января. А уже сегодня на областном турнире прошли забеги классическим стилем. В зависимости от возрастной группы лыжникам предстояло пройти дистанции 2, 3, 5, 10 и 15 км. Ну а завтра, во второй соревновательный день, участники первенства будут соревноваться в свободном стиле. Григорий Ожигин, Сергей Пермовский, Сергей Таиров. Объективно, спорт, ННТВ.